Всем привет, с вами Антон 99, Слоупок и Никита. И это мы сейчас будем снимать новый сериал, который будет называться «Отдых на Кубе». И сразу будет сейчас первая серия, ну и мы сразу приступим к ней. Приятного просмотра вам, дорогие зрители. Та-дам! Уважаемые дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на борту самолета 7452, выполняющим рейсом Екатеринбург-Куба. А какой город в Кубе, никто не знает. Итак, давайте рассмотрим все ситуации, если мы вдруг вот так возьмем и упадем. Вы, конечно же, прекрасно понимаете, что шансы выжить у нас будут ноль, поэтому мы не будем изучать это и... В общем, если мы упадем, то все, прощай, жизнь. И да здравствует земля. Спасибо вам. Не за что. Да. Итак, через... вот через не знаю сколько минут наши пилоты взлетят. Вот этот вот. Урод, давай взлетай. Будем в натуре. Водички принесите, пожалуйста. Водички? У нас нет водички. Так что... А кола есть? Вы сидите и все, и смотрите в окошко, блин. Хорошо. Да? Все. На время полета отключить камеры и мобильные телефоны. Во время всего полета. Понятно вам? Да, мы поняли. Все. Вот так вот. Утырки. Итак, придурки, вставайте. Все. Проспали уже, все, прилетаем. Нате, пожрите. Все. Через несколько минут мы приступим к снижению. Ага. И наш самолет, возможно, приземлится, но это маловероятно, но кто его знает, все может быть. Так что ждем посадки, дорогие. Нет, не дорогие, какие дорогие, дебилы. Ну ладно. Все. Это кто сейчас сделал? Это он. Уроды. Он пиздит. Итак, все, мы прилетели. А теперь выметайтесь в жопу. Все, мы уже у стоянки, все, так что давайте идите. Все. Да. До свидания. Надеюсь, никогда вас больше не увижу. Да, и мы вас. И вам тоже. Того же. Да, мы. Так, пацаны, походу, нам сюда. Так, все, нам точно сюда. Все, пошли. Так. Так, зал ожидания, ну это все понятно. Ну все, пошли уже там, этот автобус заждался. Как, кстати, наш отель называется? Антон, помнишь, как там у тебя Мишка какой-то там был отель-то? Как... Так, ну что, тут два выхода каких-то. Давайте пойдем сюда. Это аэропорт вообще сейчас... непонятный какой-то, да? Паспорт, блин, Антон! Стюардессы, грубя. О, все, паспортный контроль, во. Все, пошли. Вы в дьюти-фри-то взяли себе? Да, чтоб там потом попить. Ну, вы сами знаете, чего. Да, попить. Ты, нажраться. Вот, ты это, да, вот надо правильно тут выражаться. Вот мы в отпуск вообще-то приехали, а вот попить, блядь. Блин. Наш русский человек. А выход-то где? Вот. Видимо, здесь. Вот выход. И где говно автобус? Опа-на. Так, ну ладно, пошлите пешком до отеля. Ох, ну наконец-то мы в отеле. 2 часа, наверное, шли. Форшмак, решорт, гашиш называется. Ну чё, всё, наш какой там у нас, по-моему, второй этаж. Видимо. Типа лифт. Херово, ну, жми, падла! Чё не нажимаешься-то? Погодьте. Пацаны, это ресторан, прикиньте. О, пошлите покушаем. Не, я что-то не хочу, после дороги устал. Рано. Я вообще спать хочу, так. Это главное кухня. Блин. Номер-то где? Цель большой, фиг найдешь. Ну. Ну это погнали искать номер. Видимо, в другом корпусе. Да. Ну пошлите, короче. О, пошли сюда, Тохич. Да не, да вот я уже нашел, походу. О, да тут-то, слушай, тут-то прикольно. О, вот, смотрите, это, наверное...
О, вон. Можно посидеть. Че, нашли, не? Не. А. Там пляж видим. Мы, наверное, это в бунгало живем. Не, вряд ли. Че нет? Да. О. Кто заказывал в турагентстве-то? Да я вообще не знаю. Вот я вот на нижнем этаже нашел тут. О, пирожки можно покушать. Всякую. Так. Ваш отель выбрали. Не зря сюда. Да, он довольно-таки красив. О, вот это офигительная яхта. Да, классно. Слушайте, пацаны, это рай. Да. Нам сейчас не до этого, мы должны найти свой наш номер. Да, наш номер. Да твою, где он? А, где этот номер? Да. Мы в одном живем вроде, да? Ну, да, и... ты... Да. Я заказывал несколько номеров. Да? Хм. Да. Понятно. Так. Мы же не эти. О, все, я нашел. О, вон, смотрите, за мостом там вот корпуса. Мне кажется, мы там живем. Да нет, Валя, мы не да, там. Мы нашли уже с Никитой. Мы уже нашли все. Вот, с балконом, все, класс. Ха. Да, мы здесь, ну что ты. Все. О, ни хрена тут спальня. Ну все, я спать буду. Я тоже спать. Подождите, стоп. Ох! Хорошо поспали, да? Да, классно. После перелета вообще. Может, пацаны, все же вам другой номер, а то ну как-то не то. Вы, да, мальчики? Нормально все. Да, у нас нормально, мы номер. Мужики. Ну-ка, о, какой видос-то у нас зашибенский. Да, на море прям. Пошли, кстати, пожрем, что я жрать хочу, и на пляж пошли, пойдем. Да, короче, жрем и идем на пляж. Да. Подождите, подождите, надо хоть по пляжному одеться. Сейчас в один момент позики. Я тут тю-тю-тю-тю-тю, голышом. Да мы так пойдем. Я русский, но я не ссу. Ладно. Я с моста сейчас прыгну. Я с тобой, друг. Кстати, у нас сегодня с гидом встреча, надо будет. Пофиг на гида, купаемся. Да ты чё? Надо у него экскурсии закажем, всё. А, хотя да, ну, да, ты прав. Я на корабле хочу покататься. Да, я тоже съездил. Там я с вами. Так. Ладно, о, так. Короче, ресторан мы видели рядом с этим, с ресепшеном. Блин, да. Я ж бегать не могу, как жрать хочу. Антон, ты куда идёшь? Антон! Антон, там ресепшен там. Забыл. А вот и сейчас мы покушаем. Валя, а почему ты голый? Да блин, чё, на пляж пойдем? Не, ну как бы мы идем в приличное заведение, в ресторан. Ой, ты мне как-то знаешь. Ха, ну да, да. Все, давайте жрать. Да, жрём. Пошлите за общий столик, сядем вместе, что вы. Пошли. Так вот, что мы будем делать в отпуске? Сегодня мы нажрёмся в говно. Сегодня мы на море сейчас пойдем. А потом нажрёмся. Да, нажрёмся мы вечером. Да. Всякие экскурсии, а потом уже отметим. Встреча с гидом, ну. Все, пошлите. Ну все, мы поели. О. Юху, я по-быстрому. Так, ну чё, о, пляж сразу, класс. Смотрите, печура какая-то. О, смотрите, там какой. Смотрите, какой корабль, пацаны. Я вчера, короче, тут немножко с одним чувачком договорился, и в него лодочку взял. Так, всё, я сейчас тоже разденусь. Я погнал на лодке, пацаны. Я поплаваю. Пошли, Никита, до того корабля сплаваем. Окей, ща. Забуи тут ведь нет... Можно заплывать, да? О, конечно. Чуваки, я на лодке. Слушайте, как я давно не купался. Вы имеете в виду в море? Так круто. Офигенный отель, просто офигенный. Классно у нас отельчика. И место выбрали офигенное.
О, воздушный шар, надо будет прокатиться как-нибудь. Да. Вау, крутотень. О, я у корабля. Ох, ну давай заберемся на корабль. Народ нам потом такой за это ставит. Да, да ладно, чё ты. Ну, слушайте, а тут вход-то вообще есть? Да есть. Ну, что, видимо, русский да. человек не пьет вход. Я вот вообще на лодке тут езжу. Мне как-то вообще вход. Опа, я пошел в чужом отеле на гажу. Как же не нагадить в чужом отеле? О, вот как раз пристань. Да. Вот камера хранения нормальная. Тут-то все офигенное. Слушайте, я это, я, блин, у меня нет слов. У меня да. тоже. А, рай, да? Вообще не говори. Кстати, народ. И ну, самые пацаны. В какой стране мы находимся? Мы находимся, ну, на Кубе, да? Да-да-да. Там надо немножко, ну, увеселение взять хоть. Ну да. Ну это потом. Так, ну ладно, хер с этим кораблем, чё. Да. Но. Поплыли вон лучше. В отель. Мы на встречу с гидом так опоздаем, поплыли. Извините, пожалуйста, за недочет, дорогие зрители. Ох, как я устал плавать, а. О, смотрите, самолет летит. Да. О, круто. Да. Капец. Надо в лодку брать в следующий раз, как Валентин. Ну, это все так классно. Кстати, у нас на отеле эти вертолеты стоят. Да, можно, я видел. Там на вертолетике покатаемся. Ага. Можно. Лишь бы все бабки не про это не потерять. На этом всем деле. Ой, да ладно, чё. Так, о, вот тут идти. Горка. Я пошел. Ё-моё, я тоже пошел. Тут водная чёрт, горка. У нас скоро с гидом. Короче, пошел этот гид в одно место. Да. Ну, чё мы сами ну, ничего не сможем. Мы сюда отдыхать приехали, а не с гидом экскурсии болтать. Экскурсии потом закажем, чё. Ну. Какая баня когда заказать. Вот именно. Всё, итак, я наденусь. Антоша, о, подожди я меня. Антон, подожди. Жду. Так, раз, два, три, поехали. Так тут надо в раздатчике взять лодки. О, уже вечер, ребят. Народ, тут, короче, еще горка такая есть. Там, знаете, чисто свободное падение, а под конец, да. Офигенно. Вау, круто. Йогу, вообще круто. Я задом прыгну сейчас. Класс. А, круто. Все, уже вечер, пошлите ужинать, мы даже не пойдем. Итак, все, пацаны, идемте. Адреналинчик! Давайте вообще по отелю чисто походим. О, пацаны, тут кушанье. Где? Кстати, у нас это, знаете, где можно поесть? У нас или нет? На нижнем этаже. Там торты можно посидеть, поесть. Я вообще как-то есть не хочу. Да я тоже что-то. Может, без ужина? Так, походим. Пошлите на американские горки. Пошли. Подождите, так. Давайте хоть оденемся. Я уже одет. Да. Так, а здесь что? Тихо. Блин. Ладно, чёрт. Пошлите дальше. Глухие постояльцы, а! Я всегда не любила кушей. Да я тоже не люблю их вообще. Когда терпеть кушей, не могу. На криперов похожи. Немцы. Вообще. Они, знаете, из игры Майнкрафта на крипера, да, похожи? Ну, да, кстати, вот, чем-то здесь... похожи. О, смотрите, давайте торца поедим. Ну, давай. Круто. Ну, вот, нет чего-то, да? Отель всё. Вообще пустой. Начало сезона, наверное. О, слушайте, да. Тут такая изумительная выпечка. Вкусно. Да, все, я поел уже. Пошлите на американские горки. Пойдемте. Кто-нибудь знает, где они? Да сейчас найдем, чего. Я смотрел в интернете отзывы, говорят, вообще хорошие горки. Отель вообще офигенный. 7 звезд. Согласен, читайте, у нас он инклюзив, и в это входит и американские горки. О, это рай. О, вот, я вижу уже. Тут, кстати, несколько. Вот эти и еще где-то должны быть. Во, Антон, мы, кажется, на эту не ходили. Ну вот, это... на которую я иду, да?
Не знаю, честно говоря, я... О! Ого, круто! Черт! Ох, тут вообще классные горки, да? Только где начало? О, кажись, пацаны, я нашел. Вот оно, наверное. А, хотя нет, это... Да, это начало, вот, смотрите. Вау, круто. Ну, давайте берем. Да, я пытал. О! Твою мать! Чёрник нам приставили. Слушай, а как сюда всё, зайти? Всё, я поехал. Мне кажется, мы зашли не по правильному. Вот, уху! Ну, да пофиг. Класс! А-а-а! Валя, я поехал. Валя, вы где вагонетку взяли? В раздатчике. Это ё-моё. Извините, пожалуйста, за недочёт, дорогие зрители. Ох, ну все, давайте пошлите в отель. Да, устали мы за ним. Горки что-то вообще смертельно опасные, ё-моё. Да. Ох. Что-то живём сюда. Я потерялся. Вы где? Я тут. Короче, я буду в номере. Давайте, пацаны. Давай, сейчас идем. Лишь бы номер найти еще. Я, кажется, его нашел. Да помните, нам по мостику надо идти. А, все, да. Я вот вижу Антона. Угу. Опа, я кое-что у нас в цели прикольно. Пошли о, вместе. О, пацаны, это бассейн. А, нет, это рячный. Ладно. Подожди, а у нас же вроде в другом корпусе. Антон, нет, пойдем, иди за мной. Там надо же ресторан. Народ, а надо мост переходить. А, вот этот мост, все, мы нашли. Хочу, да, мы нашли. Я, кстати, порыбачу немного. Я тоже хочу. Не, я спать пошел. Все, пока, пацаны, я. Пока. А я порыбачу. Не хочу вообще спать. Валя, а тут только одна удочка. Я не знаю. Я вот в сундуке брал удочку. Ее нету. Че? Жалко. Ну ладно, я посмотрю, как ты порыбачишь. Ага. Не, ну ладно, ты хочешь. Черт, у нас такие номера, заблудиться можно. Короче, я. А да в принципе пойдем домой, Валь. Ну, я спать пошел. Да, надо отдыхать. Ох, все. Спать. Ну что ж, это была первая серия сериала нового. Подписывайтесь на новое видео. С вами был Антон99, Никита и Слоупок. Ждите вторую серию, она будет скоро. До свидания.